Сегодня в Воложине открыли первый районный центр безопасности. Школьники на практике проходят про разные надзвичайные ситуации. От элементарного выклика экстренных служб до ликвидации пожара и оказания первой допомоги. В особенном покое створена виртуальная реальность для тренинга. У подробязней Юлия Токар. Нават калі чалавек праваліцца пад лёд, гэтыя маладыя людзі не разгубяцца. Юныя ратавальнікі ведаюць, як весці сябе ў любых надзвычайных сітуацыях і ахвотна даюць майстар-класы. У мяне такіх сітуацый не было, но з помощью этого центра, з помощью того, што я сегодня праводзіла, я поняла, как правильно это нужно сделать, как спасти человека. Ад элементарнага выкліку спецслужбаў да ліквідацыі пажару і першай меддапамогі. Вікторія Лоўчая сапраўды спрытна дапамагае пацярпеламу на рахунку секунды жыцця. Сюда будут приходить начальные классы, которым я смогу проводить такие же мастер-классы, показывать как, что, чтобы они в свою очередь тоже понимали. У Воложинской школы сегодня открыли первый районный центр безопасности. У таким интерактивным инновационным формате сотрудники МНС имкнутся не только застерегчи школьников, але и довести поводины у экстремальных условиях до автоматизма. Применяются такие формы обучения, скажем так, которые ближе к нашим сегодняшним детям, это использование гаджетов, это вот у нас следующее помещение, это дополненная реальность. А это покой виртуальной реальности. Тут звычайная ситуация на планшете выглядит небеспечно. Пожар на кухне, полыхает рушник. А тут задымление для камина. На планшете нам необходимо выбрать правильный вариант деяния. Причина расколена в дымоходе. Для этого треба покинуть покой. Мясцовую инициативу реализовали у межах республиканского конкурса. Подтримал Европейский союз программы развития ААН. Мы провели уже два конкурса местных инициатив. Сначала для всей Республики Беларусь, а потом для 30 пилотных районов, которые в первом конкурсе были самыми активными. Одним из пилотных районов по Минской области является Воложинский район. И он поучаствовал в нашем основном конкурсе местных инициатив и получил финансирование. Покуль это первый пилотный приклад международного сотрудничества. У перспективе на этом же школьном стадионе створить антипожарный мобильный комплекс с полосой перешкод, вежей и беговыми дорожками. А по кулю у каждом районе Минской области открываются мини-центры безопасности. Инновационные классы працуют у Несвежи и Солигорску. Юлия Токар и Виктор Борисов, агентство «Теленовин».